Чудесная погода сегодня, а в Анапе разгар курортного сезона. Обожаю это время. Если вдруг плохое настроение и одиноко, выходишь в центр, и здесь кипит жизнь. Вечером здесь работают аттракционы, и очень шумно и весело. Запах шаурмы и шашлыка в воздухе. И счастливые лица людей, которые приехали провести к нам свой отпуск. Меня зовут Дарья, и я коллега Ярослава. Теперь иногда буду появляться на этом канале. Разбавлю, так сказать, мужской коллектив. Я не сомневаюсь. Давайте я расскажу вам немного о себе. 4 года назад я, как и многие из вас, переехала жить в Анапу. И сибирские морозы сменило яркое, теплое солнышко. Самое важное, с чем мы сталкиваемся при переезде в Анапу, это, конечно же, вопрос жилья. Покупка или аренда – неважно. Ведь вы же никого не знаете, вас могут обмануть. Я и сама попадала в такие ситуации, и теперь хочу уберечь вас от них. Сейчас я работаю в недвижимости и помогаю людям приобрести квартиру их мечты, уберегая их от неправильных и поспешных решений. Так как большинство наших покупателей – приезжие люди, им тяжело оценить рынок недвижимости, не находясь в Анапе. Довольно часто они сталкиваются с обманом и непорядочными риэлторами. А вы фотографии смотрели какие-то? Ну, фотографии, да, там нормальные фотографии были выложены, вроде чистенько, хорошо, красиво. А когда мы уже по факту приехали, все, кабинка ужасная, все такое маленькое, и потолки высоченные, и она все как продувается всеми ветрами. Плитку включаешь одну, сразу проводка вырубает. В общем, то есть не хватает мощностей? Вообще. Уже я была в ужасе. Вот как оказалось потом в итоге, что горькое разочарование, когда я приехала в эту квартиру жить. Поэтому цель нашего канала, чтобы обманутых людей было как можно меньше. Вернемся к моему переезду. Так почему же Анапа, спросите вы? Да потому что здесь есть все для комфортного проживания. А еще здесь много локаций для селфи. А вы знали, что Анапу сравнивают с разными уголками мира? Например, Витязева сравнили с Касабланкой, портовым деловым городом на берегу Атлантического океана в западной части Марокко. А Благовещенская имеет сходство с Багамскими островами, где снимали известные фильмы о Джеймс Бонде. Бежим, прыгай, вот и научитесь, прыгай! Ныряй! Пляж в Дюрсо похож на Черногорию, а Большой Утриш сравнивают с Грецией – одной из самых удивительных и неповторимых по своей красоте стран Европы. Сукко сравнили с Майоркой – островом в Средиземном море, который славится своими морскими курортами. Ну и вишенкой на торте стал наш Суксех, который, на удивление, чем-то похож на Бали – остров в Индонезии. Ну что, захотелось переехать? Вы тоже можете жить среди этой красоты, и это реально. Ну а для того, чтобы выгодно приобрести квартиру в Анапе, смотрите наш канал. Здесь я и мои коллеги будем давать вам полезную информацию и рассказывать о всех подводных камнях. Остались вопросы по поводу приобретения недвижимости, а может быть хотите увидеть видеообзоры интересующих вас ЖК, пишите их в комментариях или звоните по этому номеру телефона. Ну и напоследок насладитесь видами нашей прекрасной Анапы. Приятно было познакомиться, всем пока! У Черного моря город Малногор, у Черного моря твоего забвения порт. Каждый раз играет красками на фоне заката, море выражает любовь городу брату. Каждый раз играет в прятки, застенчивое солнце выходит из-за облаков, нарушая прогнозы. Вдохновение в поэзию перетекает проза, когда вижу мой город, море и солнце. У Черного моря город Малногор, у
Черного моря твоего забвения порт. Каждый раз играя красками на фоне заката, море выражает любовь к городу брату. Каждый раз играя в прятки, застенчивое солнце выходит из-за облаков, нарушая прогнозы. Вдохновение в поэзию перетекает проза, когда вижу мой город, море и солнце. Мой город миролюбивый и прекрасный, где утро призрачно, но я...